Enjoying this. I haven't been here in a while. It's probably been 5 to 10 years since I've been out here. Now that I remember. I just want to park and hang out. Have a few beers. Wow. Nice view. Mm-hmm. See the water frozen on the signs? Сейчас как будет гора? Это вообще кататься на. Они весь вид закрыли. А мы так не спустим. Вот это гора. Что? Где сбили меня? Он поискосок убегает. Вот это гора. Все ходят с этими. С билетами? Да. У них, наверное, пас на все развлечения. Нам сюда? Сюда. Бу. И что там? Что там нарисовано, Саш? А? Что там нарисовано? Президенты. Какие? Какие-то. Лошадки там у них президенты. На гранитной горе прям выдолбили. Поезд ездит. Московские дети страдают от недостатка снега. Ну и дети Атланты. Поэтому им генерировать снег как хотят. Что мы войдем в эту кабинку или нет? Здесь ты быстрее? А тут не за что держаться, если дверь откроется, я вот так. Мы сейчас будем подниматься на Stone Mountain. Это огромная гранитная гора, которая излучает радиацию. Нет, это гора Апалачи. Ну, из Апалачи это какая-то горная система. Да. Большая, огромная. А это ее какая-то маленький прыщ. Это горная система. Но полностью гранитный монолит. 500 метров над уровнем моря. Да? 250, там что-то такое. Маленькое очень. Это один из крупнейших монолитов Северной Америки. И на ней выдроблен мемориал конфедератов. Это не президенты никакие. На своих лошадках. Любим. Очень рад.
ходить по желтой линии, чтобы можно было спуститься. Там вдалеке скайлайн Атланты. Тут такое. В этих лужах могут заводиться креветки. Специальные. Мне нравится. Привет, Оксана. Пойдем по желтой линии. Да, по желтой идите, безопасно. Лес медведя. Пока еще не встретили ни одного медведя, ни одного енота, только одного дятла. Там трейл какой-то специальный. Ну, там интереснее. Пёс идёт. Чем просто так. Это, наверное, быстрый фаст-трек. Продолжаю свой репортаж. Поднялись мы на гору достаточно быстро, а вот спускаться будем неизвестно сколько. Когда мы покупали билет, на нас кассирша посмотрела так: вам придется идти одну милю пешком. Но люди, которые идут навстречу нам, они очень страдают. Вкусно пахнет. Two days later. О, трейл. Горы, цветущее дерево. Устали. А горы там совсем-то не видно, как будто идет по горы. Вон как? Не видно, что-то высоко.